Вы видите меня в настоящее время. Ранее я выполнил норму мастера спорта. Далее у меня начались искания в здоровом образе жизни. Я отголодал 40 суток. За время занятий над собой я существенно сбросил вес, который был накачанный для того, чтобы штангу поднимать. Развил более-менее приемлемую гибкость. Немножечко занимался асанами. Вы видите меня, я выполняю гимнастику во время 40-суточного голода. Выходят разного рода шлаки, улучшается гибкость, потихонечку возрастает здоровье. Не все так просто, но тем не менее все работает. А главное — работать над собой. Вариант скрученной позы делаю. Да. После того, как я занимался тяжелой атлетикой и суставы были относительно закрепощены, гибкость, естественно, у тяжелоатлетов имеется специфическая, но не такая, какая проявляется во время асан. Но при занятиях всего этого я сам добился. А если я этого добился сам, сделал, то есть я могу и научить вас. Если я ранее поднимал 200 килограмм в толчке, то я знаю, как это сделать и могу вас научить. Если я делал 40-суточное голодание, я к этому шел 15 лет, потихонечку осваивая азы, делая кучу разного рода ошибок, то этому я могу научить и вас, как самостоятельно сделать голодание с учетом индивидуальной конституции. А вот эту позу закрытого лотоса делают очень и очень редкие люди. Раз я ее научился делать, я могу научить и вас это делать. То есть не ля-ля языком, что вот так-то, вот так-то, вот так-то. А практически что, что и как делать. Медитация, пожалуйста, медитация. Прекрасно медитировал, знаю, что, что, что и как делать. Как сесть в лотос. О закрытом лотосе я уже вам говорил. Теперь владение, можно так сказать, животом, танец живота. Вот это называется наули. Смотрите, как это можно делать. Всему этому я подчеркиваю, научился сам. Очень важно уметь самого себя образовывать. Вот это Удьяна Бандха, видите, быстро такая. А вот сейчас будет наули. Опачки, и пошел, и поехал. То есть я занимался здоровым образом жизни не зря. Полюбить холод не так-то просто. К этому надо подготовиться, настроиться специально. И я это дело освоил. Люблю искупаться в холодной водице. Могу научить и вас. Ведение здорового образа, правильное ведение, подразумевает под собой нормализацию массы тела, избавление от огромного количества заболеваний. Эта женщина болела сахарным диабетом, имела несколько десятков килограмм лишнего веса. Она вот такую вот одежду носила и была огромной. Благодаря занятиям она стала совершенно иным человеком. И вы это можете сделать. Печень. Только терпеливый закончит дело, а торопливый упадет. На моем канале вы можете прослушать
в аудиоформате мои легендарные книги «Целительные силы», все 4 тома. Это библиотека здорового образа жизни. И она для вас. На спонсорской подписке, пожалуйста, заходите и слушайте, как очищать организм, как его оздоравливать, как питать. И многие-многие разные вещи. Как определить индивидуальную конституцию. Подобрать с учетом индивидуальной конституции питание. Создать вообще собственную систему оздоровления. Как, в конце концов, работает ваше сознание. Почему вы такой? Все это можете вы узнать здесь, на канале. Просто-напросто слушая и читая мои целительные силы. В течение целого года я снимал удивительную программу «Целебная кулинария», в которой рассказаны, как готовить не просто вкусную пищу, а ту, которая будет приносить вам здоровье. Такого нету ни на одном канале. Плейлист «Целебная кулинария». В результате своей деятельности были написаны книги «Целительные силы». Продано более 30 миллионов экземпляров. Народ массово оздоравливался. Книги приносили пользу. Мой собственный пример также показывал, что я не просто пишу, но и кое-что могу. В результате меня пригласили как специалиста высочайшего уровня на Первый канал для ведения программы «Малахов Плюс». К сожалению, времена изменились. И теперь то, что я хотел рассказать и показать людям, доступно на моем канале. Здесь и библиотека моя, вы можете почитать, и видео, и беседы, и прочее, прочее, прочее. Полезное и нужное для ведения здорового образа жизни.